Время – самый ценный ресурс, к которому некоторые относятся небрежно. Время – это жизнь, проведенная впустую время, подобно впустую прожитой жизни. В молодости жизнь кажется долгой, а в старости – короткой. Потерять время намного опаснее, чем потерять имущество, ибо имущество можно нажить заново, а время вернуть невозможно. Ты состоишь из дней. Когда уходит день, уходит часть тебя. Время, потраченное на планирование, не напрасно. У знаменитых людей человечества тоже было 24 часа в сутки. Умей ценить 5 вещей, пока не пришли следующие 5. Умей ценить молодость, пока не пришла старость. Цени здоровье, пока не пришла болезнь. Цени богатство, пока не пришла бедность. Цени свое время, пока не пришла занятость. Цени свою жизнь, пока не пришла смерть. С каждой минутой увеличивается прошлое и укорачивается будущее. Поэтому планируй время. Научись планировать каждый день, месяц. Будь близок с теми, кто умеет полезно использовать время. Почаще радуй родителей. Уделяй время игре с детьми. Находи время для пополнения знаний. Помогай нуждающимся. Заполняй свободное время благими делами. Хороший человек – тот, кто наполнил свою долгую жизнь благими делами.